Соус очень простой и доступный. Подаю его к овощным блюдам. Сделал лишь небольшую порцию, но можете удвоить или утроить для большой компании. Расскажу, как приготовить соус со сметаной и зеленью. Простой, быстрый и вкусный соус. Вы можете регулировать количество зелени по вкусу. Соус отлично подходит для отварных овощей или сырых, а также для чипсов или вторых блюд. Соус лучше не готовить впрок, а непосредственно перед подачей, тем более, что процесс займет всего несколько минут. 1. В миску выложите сметану, добавьте к ней лимонный перец, соль, чесночный порошок и перемешайте. 2. Возьмите несколько веточек укропа и нарубите их очень мелко. 3. Выложите нарезанную зелень в миску к сметане. 4. Еще раз хорошенько смешайте все ингредиенты. 5. Соус подавайте сразу же после приготовления.